Business Area Markets тестирует потенциальное применение блокчейн. Согласно CoinDesk, BA Markets, торговое ответвление компании Vattenfall, является ведущей шведской энергетической компанией, полностью принадлежащей правительству. Компания объединилась с 22 другими европейскими энергетическими торговыми компаниями, чтобы создать одноранговую торговую систему на оптовом энергетическом рынке с использованием блокчейн с меньшими транзакционными издержками. Тестовый период продлится до конца 2017 года, и в случае успеха участники намерены полностью перейти на эту платформу.